На прошлой неделе Вере Алентовой исполнилось 77 лет. Народная артистка, в отличие от большинства современных звезд, не ведет личный блог, а значит, у поклонников не было возможности лично выразить ей свое уважение и любовь. Передать актрисе поздравления взялась ее коллега по спектаклю «Роковое наследство» Дарья Поверенова. Несколько дней назад она написала в сети: «Послезавтра мы будем играть наш спектакль, и я с удовольствием передам Вере Валентиновне и ваши поздравления, дорогие подписчики». Поверенова сдержала слово и уже накануне в ответ передала поклонникам слова благодарности от Алентовой. «Я прочла ваши поздравления, очень тронута, очень благодарна. Добрые пожелания мне были приятны. Чудесный подарок во второй день моего рождения. Спасибо вам огромное», процитировала Дарью именинницу. Вот только фото, которым Дарья сопроводила эту запись, категорически не понравилось пользователям сети. Многие начали оставлять бестактные комментарии о внешности и таланте Алентовой, что жутко разозлило Поверенову. Она закрыла комментарии к снимку, а после встала на защиту народной артистки. «Ничего не изменится в нашей стране, пока люди не научатся держать свое дерьмо при себе», написала рассерженная Дарья. Большинство пользователей сети поддержало Поверенного. Но нашлись и те, кто посчитал, что актриса сама же и спровоцировала хейтеров на критику, опубликовав не самый удачный портрет Веры Валентиновны.